блюдо красивое получилось и вкусно. Вот икра из горбуши. Смотрите, Какая какая поближе красота. поднесу. Вот она. И такая крупная. Вот она. Какая красавица икра. Видите, какая красота. Чистенькая прям и крупная. Горбуша нам подарила икры. Значит, мы сегодня ее засолим в домашних условиях. Сейчас мы взвесим, сколько у нас икры. Так, значит, вместе с мисочкой этой 689 грамм. Берем тарелку, берем дуршлаг. Аккуратно ее перекладываем. Она еще в ястыке. В ястыке, как я сказала, это прочная пленка образующая. Вот она, видите, какая икра. Взвесим, сколько же у нас тара наша. Икры у нас получилось как бы вот целая баночка, 140 грамм маленьких. Значит, на вот эту икру берем соли 1,5 чайные ложки, сахара 0,5 чайной ложки, масло подсолнечное 1 чайная ложка пойдет и вода 500 миллилитров. Значит, берем 2 стакана воды, подогретой до 50 градусов, чтобы вот рука могла спокойно переносить вот эту теплоту Знаем соль. пальцев. Да, 1,5 чайные ложки. Если больше, ничего страшного. Выливаем воду. Размешиваем. Размешали мы воду, дали ей немножко остыть, чтобы пальцы ощущали теплоту. И берем и обдаем эту икру. Вот так вот. Видите, пленочка прям белой становится. И от соли, и от теплой воды. И осторожненько руками вот ее отделяем от этой пленочки. Вот она, видите, как в руках. Вот она у меня. Видите? Она спокойно. Вот она отделяется. Нам ее нужно аккуратно от каждой икриночки отобрать. Потому что если мы не уберем эту пленочку, она будет горчить. Вот она, трудоемко не одной. Вот она, вот видите, на пальце у меня осталось. Вот это трудоемкая, кропотливая такая работа. Ни одной минуты. Поэтому я, наверное, отключусь, пока вот всю переберу. Вот видите, вот эти вот я стыки. Вот она, пленочка. Вот она на руках прямо остается. Вы знаете, не настолько она трудно у меня отходила. Даже и неплохо. Смотрите, вот у нее пленки. Вот он быстро отошло. И вот она такая вот получается. Вот вода. И вот она такая икринка. Сейчас вот эти вот все маленькие я еще повыберу. Вот они, которые остались. А так, смотрите, какая красота. Икра наша готова. Сейчас мы взвесим, сколько же чистый вес. Здесь у нас 200, получается 213 грамм. Высыпаем. И здесь 97, 213 минус 90. Чистый вес у нас где-то 120 грамм. Насыпаем 1,5 чайной ложки соли. И 0,5 чайной ложки сахар. Вливаем воды 150 миллилитров и размешиваем. Осторожно перемещаем мы свои икринки. Закрываем нашу баночку крышкой. Вот. Видите, какие они красивые. Вот. И оставляем в холодильнике на 12 У нас часов. Ровно 12 часов. Мы сейчас будем нашу икру вот эту процеживать. Опять сливать. Мне кажется, даже она цвет поменяла. Вот такая вот икра. Цвет. Мы слили ее. И опять в эту баночку мы опять ее перекладем. Добавляем 1 чайную ложку подсолнечного масла и аккуратненько перемешиваем. Перемешаем. Вот. И наша икра без консервантов, поэтому лучше ее скушать в течение 2 дней.
Вот она, красавица. На вкус она как настоящая. Лопается на зубах. Соли она взяла столько, сколько положено. Вот такое у нас блюдо, красивое получилось и вкусно. Вот икра из горбуши. Смотрите, какая красота. Вот она. Очень вкусно, прямо на зубах трескается. Настоящая